ЦИК на неделе уже начал прием списков кандидатов, и свои документы с именами претендентов на места в Думе 7-го созыва уже сдали КПРФ, Парнас, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Справедливая Россия. Причем на прием списков у ЛДПР, которая первой отправилась в ЦИК, ушло 12 часов. Поэтому глава Центра избиркома Голикова даже обратилась к партиям с просьбой не тянуть до последнего, чтобы потом не было накладок. Остались считанные дни. До вторника партии должны выдвинуть на съездах списки кандидатов, а среда уже последний день подачи документов в ЦИК.